Всем добрейшего времени суток. С вами Горыныч и 33-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. Так, ну вот мы с вами сбежали с цитадели. Для выполнения особо важного задания. А именно, в погоне за Сараном мы пройдем сейчас через так называемый Мьюр-Алей. Ретранслятор, который единственный ведет на родную планету Протеан. И по идее там же и находится канал, с помощью которого Саран планирует с черного хода пробраться на цитадель Панагея. Рефьюдж. Так, ну сейчас у нас будет любовная сцена. Сами знаете с кем. Вот. Ну, потом будет высадка на Айлос. Секундочку. Так. Ну, на этой планете, Агитатон, тоже существовала колония Протеан, разрушенная, естественно. Зейф, что за Зейф? Небольшой газовый гигант. Запасами гелиума 3. Это та хрень, на которой летают досветовые двигатели. Вот он, Айлос. Запись появилась в кодексе. Так. Время сейчас золотой эпохи Протеан. Айлос представлял из себя покрытую зеленью планету, на которой повсюду возвышались арки и башни изумительных городов. Неизвестная сила опустошила Айлос, превратив поверхность планеты в подобие ржавчины. В атмосфере обнаружено высокое количество кислорода. Так, ну, в общем, дело в том, что, опять же, из-за того, что так называемый Мьюр-Алей ретранслятор был потерян, археологических раскопок здесь не производилось. И по большому счету это вот. Сейчас дайте посмотрим. На темной стороне планеты бушуют пожары. Предположительно вызванные ударами молний. Это говорит только об одном. Вполне возможно, что все имевшие дыхательную систему животные давным-давно вымерли. Ну, гравитация, в принципе, комфортабельная. 1,17 от стандартной земной. Ладно, фиг с ним, что будем переводить. Температура на поверхности 38 градусов Цельсия. Понеслась. Все
Shepherd, may I speak with you? Шепард, могу я поговорить с тобой? Я рада, что ты здесь. Я только что думал о тебе. Я тоже думал о тебе. Я не хочу знать, что случится на Айлосе. Я надеюсь, что мы остановим Сарана, конечно. Но... Ладно. Никто не погибнет, я пообещаю. Пожалуйста, я чувствую себя некомфортно. Сарен, вполне возможно, давным-давно нашел уже канал. Вполне возможно, что это наш последний шанс быть вместе. Я хочу, чтобы вот этот момент был чем-то особенным. Ты же не хотела этого. Ты в этом была не уверена. Теперь я готова. Ну, я приблизительно перевожу. Теперь я готова и никогда была раньше не уверена, как сейчас. Ты соединишься со мной, Шепард? Давай соединим наши разумы и тела вместе. Только скажи мне, что делать. Боже мой, это было невероятно, Шепард. Можно, конечно, сказать «Let's go again». Но ничего страшного не будет. Да, это было невероятно. 5 минут до Мью-Релея. Чертов звонок. Что бы ни случилось на Айлосе, я хочу, чтобы ты знала. В общем, понятно все. Командор, у нас компания. Их сенсоры нас определяют. Нет, система невидимости работает на полную мощность. Если только они не выглядят в окно, они нас не увидят. Опускай нас, Джокер. Никак нет, командор. Зона для высадки я не вижу. Надо подойти ближе. Это невозможно. Все заблокировано. Выкиньте мака. Ну, говорят, что там нужно столько-то для того, чтобы только выкинуть. Мы должны попробовать. Найдите зону высадки. Нет ни одной зоны высадки. Джокер, я сделаю это. Джокер. Я сказал, что я сделаю это.
говорит, все всем десантникам занять свои места на Мака. И Джокер, скинь нас на голову этим ублюдкам. Итак, что нам понадобится? Естественно, я возьму с собой Лиару. Ну, так как она биотик, это вообще зашибись. Это, во-первых, а во-вторых, это ее единственный шанс попасть на родную планету Протеан. И когда вы ее берете в команду, там чуть диалоги капельку поменяются, насколько я помню. А Тали Зора поможет нам фигачить гетов. И запомните, что вот эта команда до конца игры будет. То есть шансы поменять уже, как бы, вы не сможете поменять команду. Нам нужен технический специалист и специалист по биотике. Ну, даже, не знаю, по культурному обмену, так скажем. Понеслась. Сейчас еще небольшая катсцена будет. Мы должны попасть внутрь. Саран нашел дар, как разблокировать эту дверь, мы найдем. Кстати, вы заметили, на затылке Сарана выхода имплантов. То есть уже понятно, что ему там вставили по самой неболусе. Мака нам здесь не поможет в самом начале. А дело в том, что он здесь выехать не может. Дурачки, блин. У меня пистолет спектровский. С плутониевыми наконечниками или с какими-то там. Так, ну дальше чуть опаснее будет, потому что здесь шагающие. Танки гетов будут один или два. Осторожненько. Танк он там идет. Так, деформация. Деформация. Еще раз деформация. И выжигаем ему щиты. Воплощение. Их двое там вообще на самом деле. Поворачиваемся. Так, ну можно вот так сделать. Кинуть под ним гранату. Полоневые патроны рулят. Ай, сука. Видите, одно попадание, он пробивает и щиты, и все, что ему сдохнет, валит. Твой дружок тоже туда же отправится. В сторону вечного маниту. Если по нас не попадет. Есть, отлично. Фух, это было жестко. Так, в кого мы стреляем? Да не надо туда палить, они еще не выйдут. Так, ну сюда можно, в принципе, по сути не учиться. Да ну нафиг, не ори тут мне, скотина. Так, контроль. Видите, можно взломать этого самого козла ходячую арматуру и получить помощь. Так, сейчас. Сейчас мы получим помощь в виде арматуры. Где-то там вообще летает, суки.
Лиар, ты где? Лиар там где-то застряла, блин. Где наша арматура, Матея? Что-то я не вижу этого. Ну ладно, хрен с ним. А, ну может потом появится. Да, вот. Гадиныш, сдохни. Девочки, идите сюда, блин. А, вон ты там отсиживался, оказывается. Так, здесь... Я понял, что негативный контакт, то есть мы их... отымели. А, ну да. Вот то, что мы сейчас взломали, это нам поможет чуть позже. Я что-то здесь попутал чуток. Это вот основное управление вот этими ходящими платформами. Да, девчонки, на место вернемся. Изначально сейчас будем делать так, как я помню. В принципе, видите, как в описании было, да? Вот эти вот башни разрушенные, уже фактически заросшие. Так, стоп. Кого там палить, а? Понятно. Трупера. Да на него, его же не достать. Скелетон, давайте. Так, у нас 10-й. Отлично. У кого там не 10-й? Лера, медицинский интерфейс. У нее броня так себе. Такая. Здесь курианская броня. Нормально. Так, Лиаре, как раз экзоскелетон давайте наденем, потому что там регенерация-то не очень, как бы, есть хорошо. Так. Ладно, девчонки, хватит бесовать, сейчас мы его достанем. Вообще не вопрос, ну не в меня же. Так вот. Любовики рулят. И вот обратите внимание, это статуи Протеан, вот какие они были изначально. Я могла бы провести очень много времени здесь, изучая все это. Так, это спуск с другой стороны, тоже вниз. Но мы уже здесь, по-моему, всех отчехвостили. Ну да, это просто с другой стороны. Сами зашли. Так, там, ну, сейчас отсюда, с этой стороны налево проход будет. Ну, девочки. Вперед. Так, вот еще.
черную какую-то хреновую. Пистолет Соколов. Прям вообще. Ну, нам-то явно не нужно. Это что, это снайперская? 258. Талии тоже не надо. Да никому это нафиг не надо, эти пистолеты. Слабенькие. Вот если вы помните второй Mass Effect, там коллекционеры, те, что из тех, которые, которых сделали жнецы из Протеана, они совершенно по-другому выглядят. Да? А третью часть вспомните, Явик. Тоже нифига похоже. Это, скорее всего, статуи не Протеана, а что-то просто какое-то искусство, наверное. Так, здесь, по-моему, будут прыгающие твари. Насколько я помню. Да, вот здесь. Защитимся барьером. И вот они. Ну, тут не только прыгающие, тут дофига кого есть. Так, а и хакинг хоть? Пусть воюют сами. Так, а тебе броску под задницу. Летая птица Феникс. Гранат с такой задержкой фигачит, что просто мама не горит. Просто так спуститься, упасть невозможно. Соответственно, опять обратно на лифт. Что делать? Кому сейчас легко? Сигнал предупреждает, что рядом твари. Где-то. Здесь прыгающий. Да, вот. Стоять. Сейчас будет только в полетах живут самолеты, а этого взломаем. Да, мы в курсе, что все чисто. Это место еще полно энергии. Вполне возможно, что это командный центр.
так, а вот здесь придется чуть-чуть постараться. И вот как раз здесь эти, как их, блин, арматуры, по-моему, стоят, да? Да. Но на нас сейчас нападут. Соответственно, делаем вот так. Где тут? Вот они. Где-то идем, да, арматуры. Так, стоп. Автоматически. Опа. Уходим, 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 уходим. Бежали, бежали, бежали. Так, второго давайте поднимем. То есть за нас сражаются гетты. Пока не сражаются, мы можем накосячить очень много чего. Бабах, вот так. Тут на самом деле прайм был, но его, похоже, на минус разделили. Да. Вот, смотрите. Раз. Арматура. Шагающий танк геттов. И два. Ну, в принципе, по идее, это можно и всех поднять, если вам так по кайфу. Ну, смотрите, видите. То, что мы внизу взломали главный хаб, нам дает возможность активировать их. Но за нами они не пойдут, они вот исключительно здесь тусят. Это охрана командного центра, вот он, командный центр. Сейчас мы найдем там пульт управления с неким сообщением, но там он будет поврежден, насколько мне помнится. Так. Ну вот, мы нашли броню Титан 9 для Лиара. Лучше, чем ее нынешняя Мантус. И мы можем ей как раз прицепить медицинский интерфейс или что-то там, комбат. Да, медицинский экзоскелетон ей пригодится. Где девчонки? Нормально. Лера вся в белом. И то хорошо. Здесь, по-моему, направо. А, вот. Security панель. Секретная какая-то панель. Нифига себе секретная, на видном месте. Давайте посмотрим. Мы должны спешить. Мы не должны так спешить. Там, возможно, ловушка. Подождите, что-то случилось. Голограмма. Слишком поздно. Невозможно. Флот вторжения. Не спастись. Да, звучит как будто какое-то сообщение, но вполне возможно, это язык протеанский. Но он был записан 50 тысяч лет назад. Но никто не может его понимать. Вы не понимаете это? Сообщение о вторжении жнецов, да, конечно. То есть это сообщение транслируется нам прямо в мозг. Не спастись. Место архивов. Жнецы, цитадель. Перепишем. Одна надежда. Канал. Все потеряны. Что-то насчет канала, но абсолютно непонятно. Мы должны идти. Ну, это поврежденная запись, говорящая нам о том, что о том, что жнецы вторглись, но группа ученых сумела переписать, сумела через канал попасть на цитадель и переписать генетический код хранителей, чтобы они не воспринимали сигналы жнецов. Так, ну вот, вроде бы нашли то место, куда мы стремились.
так надеюсь, там дверь-то разблокировалась. Ничего там не накосячили. Для этого опять придется возвращаться. Да что ж такое-то, детская сила. Нет, все нормально. Дальше мы пешком не пойдем. Хорошая идея, нам понадобится вся огневая мощь. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just have yet to run into it. Так, ну, весь смысл разговора сводится к тому, что Лера очень сильно восхищается. Я никогда не могла подумать, что вот я попаду в это место. Охи-ахи. Таля такая прагматичная. Слушай, ты не забыл, зачем мы здесь? Мы гонимся за Сатаном, и чтобы он не прошел через канал и не грохнул всю цитадель. А та начала извиняться. Таля говорит, ладно, потом извинишься, но сейчас, скорее всего, будут засады и ловушки, так что будь повнимательнее. Вот это вот хреновина, это вот стазис-камера, в которых... Они пытались сохранить остатки своих лучших ученых, мыслителей, солдат. Что это за контейнер, вот сейчас спрашивает Таля. Да, не похожи на камеры стазиса. Протани вполне возможно пытались спастись. Ой, как хорошо там, мы вернулись. Ай! Не вернулись. Ракетные... Гаденыш. Да ну иди ты. Привет, пацаны. Тебе тоже привет. Ну, посмотрите, там неимоверное количество этих стазисных капсул. Но, к сожалению, раз уже не возродить. Мы об этом сейчас с вами узнаем. Так, защитный экран, защитное поле. Для того, чтобы нас остановить, это вот. Ну, мы сейчас все это дело сделаем. Стоп. Назад. Так мы просто не проедем. Что случилось? Это ловушка. Я не думаю, что это Сарен сделал. Так, и нам сюда. Вот смотрите, вот справа там ничего нет, а вот слева вот огромное количество этих что мы можем здесь найти? Одни проблемы. Ладно. Сейчас мы будем разговаривать с виртуальным интерфейсом Vigil. Он нам сейчас расскажет все, что до этого мы с вами не знали, все, что знали. Ну, фактически я вам все практически и рассказал за все это видеопрохождение. Сейчас мы будем проверять то, что я рассказал, на вшивость. Вы не Протани, но вы не машина все-таки. Похоже на VI. Но чуть-чуть поврежденный, правда. Я не чувствую в вас одурманивания. Пожалуй, вроде бы еще есть надежда. Это невозможно. Это натуральный VI-интерфейс, Протеан.
Я постоянно здесь, чтобы мониторить эту лабораторию. Мое имя Виджил. Пока вы спасены на данный момент. Would it like it to change? Но все может измениться в любой момент. Быстрее. Никто не может быть здесь в безопасности. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system. Я продвинутая неорганическая система анализа, созданная Ксадом Ишаном, шефом этой, блин, лаборатории, исследовательской лаборатории на Айлосе. Что ты хочешь? Я хочу прервать циклы, которые продолжаются несколько миллионов лет. Но для того, чтобы это остановить, вы должны понимать и не сделать никакой ошибки. Цитадель — это ловушка для цивилизаций и для всех правительств. Да. На самом деле это большой ретранслятор. Он ведет в черное пространство, откуда нападают жнецы. Если цитадель будет активирована, жнецы придут, и они вас уничтожат. Никто не мог подумать, что цитадель Масс-Реле. Жнецы специально так сделали. Это был самый большой секрет цитадели, он был скрыт. Хранители обслуживают большинство их функций, но при включении определенного сигнала они активируют данную технологию. Ну, то есть, после того, как британцы переписали всю эту хрень, хранители перестали реагировать, соответственно, сами понимаете, что жнецам ничего не оставалось, как напрямую напасть на цитадель. Как они выживают в темном пространстве? Но это только одна теория. Наши исследователи верили, что жнецы вводят себя в состояние перманентного стазиса и пребывают в нем тысячи и тысячи лет. Пока ситуация... Ну, они до поры до времени остаются скрытыми, пока не активируется функция ретранслятора цитаделя. Риперы хотят через канал пробраться на цитадель и активировать эту функцию. Ваши лидеры тогда погибнут, и ничто не спасет вас от атаки. Каждая звездная система будет изолирована, никто не сможет помочь друг другу. Это облегчит задачу флотам жнецов. После этого жнецы начнут жатву мир за миром, система за системой. Они методически уничтожат вас. Они не принимают про сдачу. Они просто уничтожают всю органическую жизнь. Через цитадель жнецы получают доступ ко всем вашим записям, картам, данным. Их флоты распределяются по всей галактике, и каждый мир будет уничтожен. Их одурманенные союзники, которых взяли жнецы под контроль, будут саботировать все ваши усилия.
Ну, и тут он рассказывает, что в Протайне именно так и получалось. Я не понимаю, почему возвращаются после того, как уничтожили ваш народ. Все наши миры были подвергнуты жатве или одурманиванию. Все продвинутые формы жизни систематически уничтожались. Но как только они возвращались на цитадель, то жнецы организовывали новое вторжение. Ладно. The indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. Ну, то есть рассказывает по поводу того, каким образом все было уничтожено. Так. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? Почему Реаперов здесь нет, жнецов? The Reapers are alien, unknowable. Жнецы чужие, непонятные. Возможно, им нужны рабы или ресурсы. Но их мотивы по уничтожению органической жизни абсолютно непонятны. Ну и разве это имеет сейчас какое-то значение? Как мы можем остановить их? Что мне нужно сделать? Канал — это ключ. После того, как жнецы атаковали, группа Протан прошла через этот ретранслятор и заблокировала как раз вот эту способность. Ну, то есть наши ученые разработали этот ключ, небольшую версию Mass Relay. Это не оружие, это просто дверь в цитадель. Я рассказал. Как мне ее найти? Почему не могли найти? Потому что все официальные записи об этом проекте были уничтожены до атаки на цитадель. То есть все, кто выжил, погрузились в криогенический стазис. То есть... Но последний геноцид длился очень долго, и у нас наша энергия начала заканчиваться. Ну, то есть... Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. И он начал отключать поддержку жизни одну за другим персоналом. Сначала просто обслуживающий персонал, потом охранников. А потом дошло и до исследователей. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Здесь сотни стазисных капсул. Вы просто их отключили, вы убили всех. You were programmed to protect them, not kill them. Запрограммировано, чтобы их защищать, не убивать. Not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, я сохранил ключевой персонал. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent to the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. Ну, рассказывает то, что я уже говорил.
Ну вот, Вальсвен послал сигнал, но хранители его проигнорировали. И жнецы оказались в ловушке, оказались в собственной ловушке в темном космосе. Сарен must have some plan to undo everything you did. The one you call Сарен will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Сарен. Ну, то есть он может победить только если отдаст контроль над цитаделью властелину. И тогда властелин сможет включить скрытую систему цитадели, автоматически открыть вход из черного космоса. Ты сможешь нам помочь? Как остановить их? Возьмите дата-файл из моей консоли. Это копия. Когда вы будете на цитадели, просто обновите данный протокол, и все будет нормально. Секундочку, а где находится система управления? Она находится... Нет, следуйте за ключом. Пройдите через канал, следуйте за Сараном. Скорее всего, он будет там, где вам это и надо будет. Ну, вот этот пульт управления, где будет. Пульт управления находится в башне совета. На том месте, где обычно стоял Шепард и базарил с советом. Ну, давайте еще раз спросим про властелина, который... Почему он здесь находился, в галактике, а не со всеми? Как я же говорил, он просто мониторил все это дело. Но он все равно пребывал в гибернации по-любому. Периодически он пробуждался и анализировал ситуацию. Но когда время приходило, он посылал сигнал для следующего вторжения. Но опять то же самое, бла-бла-бла, они не ответили. Один он никак, никоим образом не смог бы ничего сделать. Поэтому... Властелин очень большой корабль в галактике. Какая ему разница, он мог бы так атаковать цитадель. Властелин не так непобедим. It has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Сарен is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold, whether from confidence or desperation I cannot say, but it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime and the one on Vermeyer? What were they for? Или на Вермайере. Что там было? Это было предупреждение на самом деле. Это в их время был коммуникатор, который сигнал передавал из одного мира в другой. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Сарен, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. Ну, в общем, по поводу всех этих маяков, они все-таки посылали этот сигнал, но специально сделали так, чтобы ни одна машина не смогла его принять, а только человеческое существо. Ну, не человеческое, а разумное существо.
Так, мы про, блин, про киперов не будем спрашивать. Давайте про... Что случилось с выжившими британцами? Ну, то есть те, которые, британцы, которые попали на цитадель, они оказались там в ловушке, потому что канал был прототипом, работал только в одну сторону, и они не смогли уйти с цитадели. И он не знает, что с ними вообще случилось. Но знает, что их миссия закончилась успешно. Мы должны уже стартовать. Забираем данные и уходим. Шепард, ты уверена? Просто просит поговорить побольше с... Ладно, Юрайт. Его банк данных заполнен не полностью, потому что... Загрузка информации прекратилась тогда, когда прекратилось как раз нашествие Ницов этих, блин, ладно. Саран еще не прошел через канал, пока еще нет. У нас еще есть надежда. Валим отсюда. Столько переводить все. В общем, короче, все британцы погибли. Все понятно. Кроме Явика, который будет третья часть. Ну, Лера там плачется, что вся их культура, вся продвинутая технология, все Британии были уничтожены. Талли, ну, примерно так же, как и мои люди. Но у нас хотя бы есть шанс отомстить. Не надо, не хочу этого слушать. Все, понеслась косая в гору. Сейчас у нас будет заезд, заплыв, забег. Подчеркните все, что важное, до как раз до канала. Нас попытаются, естественно, остановить. Уже пытаются. Жопу ракетный дроп. Извиняюсь, я чуть по-французски буду говорить. Мака, ну чё ж ты на ровной поверхности такое вытворяешь, ну? Да пофиг мы сейчас на этот танк, как до ядерной войны. Просто проезжаем, ни черта они с вами не сделают. Это даже не танк шагающий, это был колосс. Главное, чтобы последние секунды заплыва, заезда, забега колеса у Мака не отказали. А то опять начнет кувыркаться там, как подорванный. Надо в меня стрелять всякое говно. Давим. 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 Не, ребята, хватит уже. Ах ты, сука, попали все-таки. Ракетчики. Черти задрали. На тебе. В обратку.
Так, ну все, начинается заплыв. Вот он, канал. Понеслась. Conduit. It's incredible. We don't have time. Канал, это невероятно. Ни хрен им любоваться, нам нужно пройти через него. Но это будет не так-то легко. Так, смотрим. Так, это мы с вами увидели, сразу из ретранслятора появился флот гетов во главе с Властелином. Нам показали, что турианские дредноуты разрывают прям на части, и флагман «Путь предназначения Азари», он вызывает контрольную рубку цитадели. Контрольная рубка была уже захвачена. Полетели. Все прошло так, как предсказывал и планировал Властелин Сарн. Раковина. Система повреждена. Система функционирует неправильно, не на полной мощности. Помеле мы и прибыли на цитадель, так же как прибыл сюда и Сарн. А это была 33-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.